Радио Минск. Объяснительно. Объяснительно. Александр сегодня удивлен был, когда увидел, какой прекрасный подарок нам подготовили наши друзья из Министерства по чрезвычайным ситуациям, из МЧС, из Минского МЧС, которых вы слушаете в программе «Минск чрезвычайный», которые нам помогли записать объяснительную, которые нашу безопасность сторожат. А если вдруг что-то случается, то помогает вернуть нам нашу безопасность. Да, спасибо им за это и за подарок. Во-первых, от них такая сумка красивая, большая. Александр с логотипом? Сказал, да, с логотипом МЧС. Если вы смотрели фильм «Большой Лебовский» и помните, что они там любили в боулинг играть, сумку для боулинга напоминает. Вот, хотя... Но туда все что угодно можно класть. Можно ноутбук положить, воздушный шарик. Ага. Ну, по очереди, не, да. Хотя... не сразу. А можно шары для боулинга и обувь. Да. Потому что она прочная, это же от МЧС, она должна быть прочной. Мы даже посмотрели, что наш студийный огнетушитель туда, в принципе, поместится. Да, но шланг будет торчать. Ну, так и надо, чтобы наготове всегда. Но помимо этого еще методический материал, там даже для детей интересны будут вещи. Там очень-очень много всяких интересных. С детства будут учить безопасности, благодаря наглядным пособиям. Игры, разукрашки эти какие-то. Ну, очень много интересного. И все это... Все это от МЧС. Вот. Да. А также... Объяснение от МЧС. И объяснение от МЧС. И пригласительный в Белорусский государственный академический музыкальный театр. 20... Это когда в воскресенье 5-го будет, да? 25-го числа. Точно. Да, оперетта... Оперетта «Тайный брак». «Тайный брак». 25 февраля пригласительный на две персоны. Ну и небольшая сувенирная продукция от Радио Минск вас тоже будет ждать. Представляете, какой комплект прекрасный. Ага. Так вот, этот комплект можно будет с легкостью получить, если первыми вы правильно опознаете слово, которое сейчас загадают, опишут наши друзья из МЧС, и пришлете его в виде СМС на номер 9240. Итак, СМС на номер 9240. Что это за слово? Оно из области работы, из сферы работы спасателей. Вот. Ну... имеет отношение. Угу. Так вот, слушайте описание и пишите слово 9240. Без него сейчас никуда. В физике есть такая сила. Бывают яркие вспышки. Если долбанет, можно получить травму. Ему нужен проводник. Из-за него разгорелась война между Эдисоном и Теслой. По профессии теплоотражательный костюм. Проходит по замкнутой и незамкнутой цепи. Бывает постоянный и переменный. Ну вот, сколько описаний одного и того же слова. Так вот, если догадались, 9240, ждем ваши ответы. Через минут 7 подведем итоги. Радио Минск. Объяснительно. Разговаривали мы о некоторых словах, которые связаны с МЧС. И наши друзья из МЧС описывали одно из этих слов. Слово «ток». Вот правильный ответ. «Ток». Просто, коротко и ясно. Я еще раз расскажу секрет тем, кто участвует в объяснительной. Стараемся загадывать короткие слова, максимально короткие. Вот. И... есть правильные ответы, причем в большом количестве, это приятно. Были сейчас... предположения, конечно, но уже зная слово «ток», вот послушайте еще раз объяснение от сотрудников МЧС и поймете, что там же все на поверхности. Да, война токов и теплоотражающий костюм, да, сокращение ток. Да. Давайте послушаем, как нам объясняли, ничего присылать не надо, а потом узнаем, кто был первым. Без него сейчас никуда. В физике есть такая сила. Бывают яркие вспышки. Если долбанет, можно получить травму. Ему нужен проводник. Из-за него разгорелась война между Эдисоном и Теслой. По профессии теплоотражательный костюм. Проходит по замкнутой и незамкнутой цепи. Бывает постоянный и переменный. Вот такие вот описания. Спасибо всем, кто прислал ответы. И в особенности поздравляем человека, который прислал первый правильный ответ. Номер человека заканчивается на 059. Мы сейчас с вами свяжемся, расскажем, как забрать подарок и от нас, и от музыкального театра, и от МЧС. Представьте, сколько всего приятного вас ожидает. Всем же остальным спасибо, не расстраивайтесь. Послушаем «Sweet Ballroom Blitz».